А всем хаюшки, дорогие зрители, подписчики наших каналов. Сегодня я, Андрей, сегодня со мной... Ну чё ты молчишь? Илюха. Я испортил, я хотел быструю серию, но уже поздно. Ладно. Мы слопки. Состав мне не нужен. И сегодня мы продолжим играть в FIFA 12. Пятая серия на моем канале. Да, и... 10 сентября? Нет, спасибо, Нет, сегодня только... Какое нахрен число вообще? А, вот. 26 июля. Не хочу 10 сентября. И матч все-таки на самом деле очень интересный. У них Пата травмирован, дисквалифицирован. Рамирес, это хорошо. Их после последних матчей ничья. Аргентина, Бразилия, будет очень интересный матч. Как мы знаем, наши лучшие игроки — это Ди Мария, 3 мяча, потом Гуаин, 2 мяча, но это не столь важно, как... Ой, Гуаин. Агуэро хотел сказать 2 мяча, а Гуаина целых 8. Стартовое приветствие. О, и табличка. Нам показывают таблицу. Кто видел, тот видел. А мы будем начинать матч. Ди Мария. Пошел, пошел, парень, хоть куда. Лошок. Ладно, сосредоточимся, Илюха нам пока что-то расскажет. Расскажи про то, что я рассказывал в перерыве. Просто это ж твои подписчики знают, а мои ж не знают, что будет. Мы решили сделать не 2 круга, а 1, чтобы быстрее закончить. Да, и начать уже новый сезон, да, у нас будет не 2 круга, то есть не 14 игр у каждого на канале, а, собственно, по 7 у каждого на канале. И потом будет конец сезона, мы решим, кто победил, и потом, что будет потом. Впрочем, будет следующий сезон, 2-й, еще пока ничего не расскажем, не будем рассказывать прежде, ну куда? Кто вообще его выпустил? Кто такой Лучо? Лучок, что ли? Что такое? Да ну! Вратарь упал, надо было обводить. Вообще-то игроков выпускает как Лучок. Ну, Лучок. Он реально ржачный. Ржачный, говорить. 1-0! Анхель Ди Мария! Лол. 4-й мяч. Ди Марии. 15. Будем громить опять? Ну, по крайней мере, стараться. По-моему, так и будет, потому что у нас мы и так давили от начала матча, хотя по мне так будет ничья. Если будет ничья, будет очень и очень хреново. Потому что при случае потери любого очка можно будет откровенно говорить, что все, конец. Это просто конец для сборной Аргентины и сборной Испании по-любому побеждает. Игуаин! 2-0! Арвалеля! Что? Альвалеля! Альварес! 2-0! Начинается погром. Начинается. На линию выше. Гоин еще не забил свой 9-й. Ди Марии даже 5 еще нету. Но пока имеет Ди Марии уже отметился в этом матче. Лол, это что было? Фол. А ладно, пофиг. Пофиг! Какой момент! Как хорошо разыграли Ди Мария и Гоин! Вообще красавцы! Удар! Угловой. Нейм? А, Нейм, Месси. Ну, что Неймар подает? Ну ладно. Окей! Соперника сам не ожидал, что мяч так легко в него попадет. Думаю, надо бить и забивать. О, ну как так? Фух, повезло. Мяч в пределах поля покинул, а
Аргентинцы подают угловой. Ах, как неудачно угловой-то разыгран. Маскерано. Продолжается атака. Тут пройти не очень удобно. Подкат хорош. Да ну, Демикельц. Иногда кажется, что ворота такие большие. 7 метров с лишним, как-никак. Ну, это вообще капец какой-то. Хотя мне, в принципе, и такой еще Да, в принципе, если бразильцы проиграли, а французы и немцы выиграют, ну или хотя бы сыграют ничью, этот шанс, да неплохой шанс. Я даже не знаю, может даже не Мария догонит моего Аина, у Аина 8 мячей уже сколько не может он забить. Не Мария, забил уже хотя бы четвертый. Ну пас да, я нажал же, факт. Чисто, ни один арбитр не придерется панка, и мяч уже рвется. Вот сейчас будет момент Игуаина, Игуаин! Вратарь! Все можно за Чили пытаться. Но пока их нет. Работа без мяча замечательная. Рывок такой. Награди его пасом. Твою ж дивизию. Хорош. Спасибо. Спасибо. Ну фак! Ну это как обычно. Это судья из FIFA. Ты начинаешь хорошую атаку. Думаю, самое время закончить матч. Ну, впрочем, нормально. Мы так разошлись. О, немцы. О, немцы. Где Франция? А, да, походу, испанцы будут играть с французами. Ну что ж, посмотрим, что Бразилия покажет в этом втором тайме, который она, к слову, начинает. Отбирает мяч у соперника Хавьер Маскерано. Ну и в довольно трудной ситуации, и в отличном подкате Игуаин! 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 Момент еще! Проходит, он бьет по воротам, он лошара тупой! Перехват. За балетта. Вообще его выпускает таких игроков. Игуаин! Игуаин! Давай! Да! Выручил команду, вытащил мяч, не берущийся. Дело заканчивается угловым ворот соперника аргентинской сборной. Игуаин! Получился неудачный, и мяч уже у соперника. Угловой. Любацию, это же мяч. Аргентинская сборная усиливает давление. Угловой сейчас будет. Ну и вариант отыграться с помощью того... Демикели! Перепрыгивает. Не точный пас. Или защита сыграла здорово. А вернее всего и то, и другое. Как так-то? Противно горку. Красава. Так дебил. Отлично, отлично. Месси. Красава. Красава. Игуаин. Где? Мудак. Это момент, а не Рональдиньо. Ах, как тяжело голы забивать! Да по-любому тяжело! Не Мария сейчас сдохнет. Сейчас, короче, нужно менять. Менять! Даже не Мария травмированный забил! А этот лошара не может. Соперников дважды уже найдя слабые, очень слабые места. Второй гол в сегодняшнем матче. Гондипа устал. А, у Демария такой заряженный. Ну и пошел ты в жопу. В принципе, менять некого, никто не устал. Вот перед последней игре выйдет с плохим составом, чтобы настроиться на Испанию. И неожиданно, и красиво. Перехватываем воды. Момент! Сейчас будет момент! Е-ху! Игуаин получает мяч! Игуаин! Он обходит! Он обходит багнутого игрока, который ходит на месте! Что? Проходит 3
Ну, как так-то? А, ну, в принципе, ничего неожиданного. Я так и думал. Я не ожидал. Ты что, дурак? А ну, мудак. Перехват. Фак. И тому пасовал. Вряд ли мы с вами ошибемся, если предположим, что скоро будет замена. Лах, ошибся, значит. Быстро проходит защитник. Игуаин, сейчас нужно, чтобы на картинке появилась гроза. Да, вы видите, она сейчас появилась. Надеюсь, нет. Будет слишком долго вставлять грозу в ракурс. Просто. Гроза! Игуаин! Забил! Красиво, но, как говорится, для девочек. Бах. Защитники только вроде памятников здесь. Вот момент. Бля. Сохранить мяч. Как вообще можно было поднизу прямо вратаря пробить, и то еле-еле. Не думаю я, что команда закладывалась на потерю мяча в такой ситуации. Вот это мастер какаш. Мастер какаш? Ну, я такого и не ожидал. Судья комментатор! Не попадает. Ты мудак! Опять этот глюк. Лол, ну заколебало. Тупой джойстик. Выпрямить эту кнопку. Че на автоматом нажимается? Почему только у меня? Он даже не выбил еще. Я вообще хотел вынести мяч на его имя. А не пас отдать. Ну, это посрать. Мы победили! Ура! 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 Победа! Пумса. 20-й Игуаин или 5-й Ди Мария. Нет, у тебя уже есть 5 Ди Мария, успокойся. Ха-ха-ха-ха. Вот так я хотел сделать тогда, когда гол забили. В принципе, как-то посрать. Ну да. Разумеется, врата сейчас сюда спас, хрен знает куда. Сам автоматом. Нет? Ну такого я не ожидал. Не ожидал, честно. Игуаин. Игуаин. Защита от слова щит. Защита от слова щит. Защита от слова дерьмо. Он имел в виду, может, другой щит. Немцы выиграли, а мы чай не должны. Ну, на этом мы будем заканчивать. Мы сыграли офигенно. Опять. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А не забудьте оставить комментарий. Всем бай-бай. Пока.